Ora fora a terra vir já. Ora a já. Давай, вот ты пришел, какие твои первые впечатления? Очень классно, много солнца, это вся неделя была дождливая, кутались в кофты, в пледы, пили кофе, думали о нем, курили сигареты на подоконнике, хотели уехать жить в Лондон. Но приехали сюда, видим, что здесь пляж, море, солнце, Алмата, Казахстан, юг. Поистину, купаемся, тусим, торчим, бухаем. Пойдем посмотрим на сцену. Что давай. Здесь происходит? Давай. Это Санплана, вся старая тусовка, все свои. Да, и это просто охерительно, ребята. Все круто. Поэтому мы сидим, и я даже не еду на Понфест. Все знакомые, все любимые, все родные. Как появилась идея всего мероприятия? Насколько я помню, вы его проводите уже второй раз. Да, второй раз проводим. Но вы же тут как бы пытаетесь объединить не только драм-н-бейс, а различный стиль. Абсолютно верно. Здесь пытаемся объединить, так скажем, стили все, которые более-менее редко звучат где-то в клубах, где-то на каких-то мероприятиях. Эти все стили звучат здесь, на Санплане. Потому что чаще всего в Алмате и, так скажем, в других городах популярная совсем другая музыка, даже жанр электронной музыки. Но здесь мы собираем иной состав, так скажем, совсем иной. Может, ответите? А? Ответите? Да нет, просто это слишком долго, я буду рассказывать.